Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 27, Attack by Chandavagar on the City of Paranjan, Text 4. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 27, текст 4, нападение Чандавеги на город Пуранджана. Эта глава называется так. Шаяна. Шаяна. Унадха. Мадо. Маха. Мана. Махарха. Talpe, Mahishi, Pujopadi, Tam, Eva, Viro, Manute, Param, Yatas, Tamo, Bibuto, Na, Nijam Param Cha Yat. Shayana Unnada Mado Mahamana. Shayana Unnada Mado Mahamana. Maharha Talpe Mahishi Bujopati. Tam eva viro manute paramyatas. Tam eva viro manute paramyatas. Tamo bibhuto nani jam param chayat. Tamo bibhuto nani jam parachayat. Shayana unnada mado mahamana. Maharha Talpe Mahishi Pujopadi. Tameva Viro Manute Paramyatas. Tameva Viro Manute Paramyatas. Tamo Bibhuto Nani Jam Param Chayat. Shayana Unnadha Mado Mahamana. Shayana Unnadha Mado Mahamana. Maharha Talpe Mahishi Bujopadi. Maharha Talpe Mahishi Bujopadi. Tameva Viro Manute Paramyatas. Tameva Viro Manute Paramyatas. Tamo bibhuto nani jam param chayat. Tamo bibhuto nani jam param chayat. Последний перевод. Шаяна. Шаяна. Лёжа. Унадха мадха. Унадха мадха. Все больше погружаясь в иллюзию. Махаманаха. Махаманаха. Обладая развитым сознанием. Маха-арха-талпе. Маха-арха-талпе. На богатом ложе. На богатом ложе. Махиши. Махиши. Царицы. Царица. Буджа. Буджа. Руки. Руки. Упадхи. Упади. Подушка. Подушка. Там. Там. Ее. Ее.
Эва. Эва. Несомненно. Несомненно. Вираха. Вираха. Герой. Герой. Мануте. Мануте. Он считал. Он считал. Парам. Парам. Целью жизни. Целью жизни. Ятаха. Ятаха. От которой. От которой. Тамаха. Тамаха. Невежество. Невежество. Абхибутаха. Абхибутаха. Находясь во власти. Находясь во власти. На. На. Не. Не. Ниджам. Ниджам. Свою истинную сущность. Свою истинную сущность. Парам. Парам. Верховная личность Бога. Верховная личность Бога. Ча. Ча. И. И. Яд. Яд. Что? Что? Перевод его божественной милости Шрилы Прабхупады. Так царь Пуранджана, несмотря на развитое сознание, все больше погружался в иллюзию. Все свое время он проводил в постели, и голова его, как на подушке, всегда покоилась на руках жены. Иначе говоря, целью и смыслом его жизни стала женщина. Оказавшись таким образом во власти гуна невежества, он не мог понять смысл самоосознания, а также постичь свою духовную природу и, верховную личность Бога. Mm-hmm. Комментарий? Mm-hmm. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Человеческая жизнь предназначена для самоосознания. Прежде всего, человек должен постичь свою природу, которая в этом стихе названа Ниджам. Затем ему необходимо понять или осознать сверхдушу, параматму, верховную личность Бога. Но для того, у кого слишком сильны материальные привязанности, смыслом жизни является женщина. Это основа всех материальных привязанностей. В таком состоянии живое существо не способно постичь ни свою духовную природу, ни верховную личность Бога. Поэтому в Шримад-Бхагаватам 5.5.2 сказано: «Махатсевам дварам ахур вимуктестамо дварам йошитам санги сангам». Перед тем, кто общается с махатмами, преданными Господа, открывается путь к освобождению. Но перед тем, кто слишком привязан к женщинам или общается с людьми, которые привязаны к женщинам, иными словами, перед тем, кто прямо или косвенно общается с женщинами, распахиваются тамо-дварам – двери, ведущие в самые мрачные области ада. Царь Пуранджана был великой душой, наделенной развитым разумом и сознанием, но из-за сильной привязанности к женщинам его сознание покрылось материальной скверной. Сознание современных людей тоже осквернено вином, женщинами и мясом, поэтому они абсолютно не способны продвигаться по пути самоосознания. Первый шаг на этом пути – осознание себя душой, духовной по природе и отличной от материального тела. На следующем этапе человек постигает, что каждая душа, каждое индивидуальное живое существо является неотъемлемой частицей верховной души, параматмы, или верховной личности Бога. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите 15.7. «Мама ивам шо джива локе, джива бхута санатанаха, манахшанштхани индрияни, пракрити стхани каршати». «Живые существа в этом обусловленном мире – мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относятся и ум. Все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. К сожалению, в современном обществе мужчины и женщины имеют возможность с раннего возраста общаться друг с другом. Так у них развивается влечение друг к другу, из-за которого они оказываются непосредственно неспособными вступить на путь самоосознания. Они не знают, что человек, не сумевший постичь свою духовную природу, упустил величайшую возможность, которую предоставляет ему человеческая форма жизни. Постоянно думая о женщине, храня ее образ в своем сердце, все равно, что лежать с ней на роскошном ложе.
Сердце – это ложа, и притом самое драгоценное. Когда человек думает о женщинах и деньгах, он покоится на руках своей возлюбленной или жены. Это приводит к тому, что он слишком часто вступает в половые отношения и таким образом утрачивает способность осознать свою духовную природу. Шаяну нада мадомаха мана махархаталпе махиши пуджопади тамэйва виро манутэ парам ятас тамоби буто нани джампарам чаят. Так царь Пуранджана, несмотря на развитое сознание, все больше погружался в иллюзию. Все свое время он проводил в постели, и голова его, как на подушке, всегда покоилась на руках жены. Иначе говоря, целью и смыслом его жизни стала женщина. Оказавшись таким образом во власти гуни невежества, он не мог понять смысл самосознания, а также постичь свою духовную природу и верховную личность Бога. Нама Ом Вишну Падая Кришна Преснае Бутале Шримати Бхакти Веданта Свамините Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарне Нирвишеша Шуньявади Пасчачаде Шатарне Джай Си Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададха Шивас Ади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha. Padidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. We are reading a verse and a purport like this and some of the immediate previous verses makes one think that we are really fortunate we don't have any women in the Hare Krishna movement. Читая стихи и комментарии, подобные этому и предыдущие подобного типа, мы можем подумать, что очень удачливо, что в сознании Кришны у нас нет женщин. Милость Кришны, and we don't have any men either. И мужчин у нас тоже нет. Be a big problem if we did. But a большая проблема, если. What really? Anyway, fortunately, we only have spirit souls. И к счастью, есть только духовные души. They have material bodies, but that's not so important. У них есть материальные тела, но это не так важно. Main thing is their spirit souls, parts and parcels of Krishna, and so they're very divine and just wonderful personalities. И эти души, они являются частичками Кришны, и они божественные по своей природе. Anyway, one could possibly understand maybe after reading this verse and purport and some of the other ones over the last week or so that spirit souls in female bodies could possibly become a little sort of concerned and anxious about what is our situation. И читая стихи и комментарии этот комментарий и предыдущие подобного типа, души, находящиеся в женском теле, могут задаться вопросом по поводу того, да, что там такое, как бы не совсем понятно. Может да. быть, стать чуть-чуть, what would you say? What? What's the word? Anyway, a little anxious. Concerned. Worried. Да, обеспокоиться. Да. Могут стать обеспокоенными. Anyway, ladies, it's okay. Расслабьтесь. Читая Чахари Кришна, и вы будете очень счастливы. И мужчины тоже. Okay, anyway, but seriously, I mean, this is all very important. Но если быть серьезными, то все это очень важно, что здесь описано. Of course, you know, Prabhupada, as usual,
is speaking in a, you could say, male tone of voice. И Прабхупада, как это обычно, он говорит в мужском тоне. Да. But just as much as there's different references here to becoming entangled with women and too attached to women, you can also just say too attached to men and thinking men are the goal of life. И точно так же, как здесь постоянно идут ссылки на то, что мужчина привязан к женщине, также можно поменять их местами и говорить, как женщина может быть сильно привязана к мужчине и поставить мужчину как цель жизни. It's just the bodily concept of life. The normal thing is, whatever type of body you happen to have in this lifetime, normally, although not always, you become attracted and attached to the opposite sex. И это просто материальная концепция тела, и поэтому в нормальном случае, каким бы телом вы ни обладали в этой жизни, вы будете привлечены к противоположному полу. And this is what's happening to Paranjan right now. И это то, что происходит с Паранджаной в данном случае. And in a few, anyway, shortly, next chapter, I think. Yeah. Next chapter, Paranjan is going to become Puranjani. И в следующей главе Паранджана станет Пуранджани. Yeah. Женщина. He dies, the Paranjan dies, the man, and because he was so focused on his wife, then at the time of death he was thinking of her. He got a female body. И так как он был очень сильно сосредоточен на своей жене, то в следующей жизни, после того, как он умер и был сосредоточен на ней, то он получает женское тело. Шишигонитайке. And there's a purport somewhere, you're going to come across it after a little while, in which Srila Prabhupada says that there is a certain pattern in terms of what your next body will be life after life. И дальше в комментариях вы можете встретиться с тем, где Шрила Прабхупада описывает, какова последовательность, из-за чего вы можете получить новое тело. То есть есть закономерность. That under normal circumstances, in this life, say you have a male body for argument's sake, you become attached to a female or some females, think of them at the time of death, next body, female body. И в обычном случае, если в этой жизни вы имеете мужское тело и привязаны к женщине, и думаете о ней в момент смерти, то в следующей жизни вы получаете женское тело. Next lifetime in the female body, now you become attached to men. И в следующей жизни, будучи женщиной, вы привязаны к мужчине. And at the time of death you think of your husband or some men. И в момент смерти вы думаете о муже или о каком-то другом мужчине. And you get a male body again. И поэтому вы заново получаете мужское тело. And guess what happens in that lifetime? И отгадайте, что будет в следующей жизни? Take a wild guess. Не так сложно догадаться. Yeah, so Prabhupada explains like this, that there is this tendency, male, next life female, next life male, next life female, next life male. There's this tendency in material existence. И Прабхупада описывает, что эта тенденция в материальном мире состоит в том, что вы в мужском теле, в следующей жизни получаете женское, в следующей жизни получаете мужское, в следующей жизни получаете женское, в следующей жизни получаете мужское и так далее. Prabhupada explains like that, and we can understand how it may happen. И мы понимаем, как это может произойти. Yeah. And you know, spirit souls who happen to currently
for the next few years have male bodies should not, after reading this or the previous ones, start thinking that, yes, I am a cool person because I have a male body. Very good. И читая этот стих, мы не должны думать о том, что я крутой парень, потому что я в мужском теле. Сегодня утром, я не знаю, если вы видели, но вот около храма, там, in the, what you call it, the bus stop, на автобусной остановке, один человек, what you say, мужское тело. I think he was highly intoxicated or very lowly intoxicated. И он был очень сильно под сильным воздействием одурманивающих веществ. Did you see him? Вы видели его? He was sitting there in the bus stop for at least 2 hours. Он сидел на автобусной остановке как минимум 2 часа. Falling off the seat sometimes. Практически падая с сиденья. I saw him dozing off. Я видел, как он склонялся. I thought, maybe he's a devotee. Может, я подумал, может быть, он преданный. Because it happens to devotees sometimes. Иногда это происходит с преданными, они засыпают. But after a little while, it became clear. At least he's not a practicing devotee. И потом стало понятно, что как минимум он не практикующий преданный. Кришна, Кришна. What this material world does to the spirit soul, it is just shocking. То, что делает материальный мир с духовными душами, это просто шокирует иногда. And you know, if we think that was very bad, what about in his next lifetime? Может быть, тело тараканчика? Если мы это считаем плохим, что же будет тогда его в следующей жизни? Может быть, тело тараканчика получит? Hare Krishna. And we laugh, and we understand why we laugh. But actually these things are happening. Мы смеемся, и мы знаем, почему так происходит, но на самом деле эти вещи происходят. Yes. So material existence, it just devastates the conditioned soul. И это материальное существование, оно destroys. Оно уничтожает материальную душу. Something like that. It's It is so pathetic. What happens? Это такой ужас происходит. You know, this lifetime he is Mr. Trump. В этой жизни он господин Трамп. Сильный человек, очень громкий человек. And next lifetime, может быть, собака. Anyway, who knows? But I don't think it'll be very good. Да, кто знает, но я не думаю, что следующее рождение будет очень благоприятным. Yeah. Prabhupada talked about the Indian politician who was the contemporary of Gandhi, named Nehru. И Шрила Прабхупада говорил как-то об одном политике, современнике Ганди, его звали Неру. Actually, there was a competition between the two of them, who would become the prime minister, the top man in India once the British were out. И в действительности были соревнования между ним и Ганди касаемо того, кто из них будет там премьер-министром или президентом, в общем, главным после того, как Британия отступит. And Nehru won. И Неру выиграл. And Gandhi lost. А Ганди проиграл. Then Gandhi was killed. А впоследствии Ганди был убит. Такова жизнь. But then Prabhupada mentioned on a few occasions that there was one very reputable, like famous, highly qualified astrologer
who said that Nero, in his next life, became a dog of in the family of a doctor or somebody in Sweden. И как-то один такой высокоуважаемый астролог сказал, что Неро в следующей жизни получит тело собаки в семье доктора из Швеции. And Prabhupada said it a few times, actually. Прабхупада это упоминал несколько раз. So, from the top man in this big country, next life, a dog. Oh, it's terrible. И из положения очень влиятельного человека из огромной страны в тело собаки, в низшее положение, это просто ужасно. So, Puranjan, he was also a qualified person. И Пуранджана был тоже квалифицированной личностью. He was a king. Он был царем. King means he's initiated. Usually means he has second initiation also. И царь это значит, что он инициирован и, как правило, даже дважды инициирован. And he's very intelligent person. И очень разумная личность. And he knows scripture at least fairly well. И он знает Писание как минимум достаточно хорошо. But he got so attracted by his beautiful wife. Но он был так сильно привлечен своей красивой женой. That he felt совершенство жизни. If I can lie down on in the arms of my wife. Но он почувствовал, что совершенство жизни заключается в том, чтобы лежать на руках своей жены. Then I am safe. И тогда я в безопасности. I am safe. I am being cared for, and I am enjoying such nice pleasure. Обо мне поспокоиться, обо мне побеспокоиться, и я буду испытывать такое наслаждение. Who needs anything else? Кому еще что-то надо вообще? I don't need anything else. Мне ничего другого не надо. I will just stay here. Просто останусь тут. Sometimes we find even, well, sometimes we find amongst the devotees who are not married. Иногда среди преданных мы находим таких, которые не женаты. Yeah. In some cases who have never been, in some cases who have been, but something went wrong and so now they're not. Какие-то преданные из них никогда не были в замужестве, а какие-то были, но теперь по каким-то причинам не находятся в браке. Sometimes, not always, but sometimes it happens. They become very concerned about this. И иногда, не всегда, но иногда бывает, они очень обеспокоены этим. I must get a husband or a wife. I must. Я должен жениться или выйти замуж. Я должен, должна. If I can't, I just cannot be like a complete person. И если этого не произойдет, то я не полноценная личность. Yeah. So it happens sometimes that this becomes a real disturbance in their lives in Krishna consciousness. И иногда такое происходит, что это становится беспокойством в их сознании Кришны. Это правда? Yes. Я знаю, потому что они сказали мне много раз. Hare Bol. So you know, if we are thinking like this. Это, если мы думаем так, да. Это называется майя. It is like classic майя. Классическая майя. I mean, there's майя on different levels of different types. Есть разные уровни майя разного типа.
This type, it's classic Maya. И этот тип – это классическая майя. Anyway, if there's anyone here who feels like that right now, I accept my apologies. Если кто-то здесь находится, кто чувствует себя таким образом, то примите мои извинения. Но вы должны знать, что это называется майя, и не йога майя тоже. Это маха-маха-майя. Фух, Кришна. After coming, you know, coming to Krishna consciousness, you have this opportunity which is so rare and just the best, but then we become preoccupied with other things. И соприкасаясь со сознанием Кришны, мы получаем такую уникальную возможность, но потом мы можем запутаться или замешкаться. Ну, да, делами своими заниматься. Правильно, правда? Yes, we get entangled with different things. Okay. Prabhupada once said, when you come to Krishna consciousness, you are standing on the threshold of eternity. И когда вы приходите в сознание Кришны, Шрила Прабхупада говорит, что вы стоите на пороге с вечностью. Threshold, you understand, yeah? Yes. Okay. Just like I'm sure it has happened. Some people have come to the temple. Я уверен, что это происходит. Люди приходят в храм. And they came to the door. Они подходят к двери. And they're thinking, right, I should go in. Они подходят к двери и думают, да, я должен войти. And inquire what is this Krishna consciousness. И вопрошать о том, что является сознанием Кришны. And but then something, maybe their phone rang or just their mind rang, or some friend came along or something, and they got dragged away. Но у них вдруг зазвонил телефон, или зазвонил ум, или вдруг его знакомый прошел мимо, и это их отвлекает, и они уходят. До свидания, сознание Кришны. Yeah, these things happen. So, anyway, coming to Krishna consciousness means we are practically there. We just got to open the door and go through, and then we're there. И практикуя сознание Кришны, это значит, что мы практически там. Нужно всего лишь открыть дверь и войти. So, but Maya Devi, what a determined person she is. Но Maya Devi, в свою очередь, какая решительная личность. It is her service. It's like a, what do they call it? A thankless task of testing the conditioned souls to see do they really want to become Krishna conscious or not completely. Какой неблагодарный, thankless. Thankless task means you got to do it, but it's a horrible thing. Какая неблагодарная задача проверять в том, что проверять на преданность преданных. Yeah. And if you are not, and she is so determined, if you don't have that determination to be Krishna conscious, she'll catch you. И если у вас нет этой сильной решимости быть сознающим Кришну, то она вас поймает. And then maybe you won't be dragged away completely, but at least you'll become a little bewildered and attracted and your Krishna consciousness will not be so good. Может быть, вы совсем не уйдете из сознания Кришны, но вы придете в замешательство и будете привлечены чем-то другим, и ваше сознание Кришны не будет столь хорошим. And therefore there's a description, it's in the first canto, when Srila Vyasadev, by the mercy of Narada Muni, gets God realization. И в первой песне Шримад-Бхагаватам Шрила Вьясадева по милости Нарады Муни получает реализацию Господа. Yeah.
He saw the Lord. Он видит Господа. He saw the spiritual world. И духовный мир. He saw all the devotees. И всех преданных. Then he saw the material world. Потом увидел материальный мир. And then he saw Maya Devi in the material world. А затем увидел Майя Деви в материальном мире. And Maya Devi was standing back, sort of like with her head down. И Майя Деви стояла в конце, как бы опустив немного голову. Like, you know, feeling embarrassed. Чувствуя себя подавленной. Because she's a devotee. She is a first-class devotee. But she has to do the service of trying to take people out of Krishna consciousness. Потому что она преданная, и она очень хорошая преданная, но она чувствовала так, потому что ее служение состоит в том, чтобы оттягивать преданных от сознания Кришны. Какое служение? That's terrible, isn't it? Ужасное служение. Imagine if that was your service. Представьте, если бы это было вашим служением. You have to test the devotees very heavily. Вам нужно было очень жестко проверить преданных. So you're walking around the temple and you find some devotee. А вы ходите по храму и находите преданного. And you tell him, you're a bad devotee. И вы говорите, вы плохой преданный. You're terrible. Вы ужасный. You just want to enjoy material life. Вы просто хотите наслаждаться материальной жизнью. I can tell by looking at you. Я могу это видеть, просто взглянув на вас. You shouldn't be in the temple. Вы не должны быть в храме. And then that devotee has to sort of pull himself together and say, "No, I want to be a devotee." А преданному нужно собраться и сказать: "Нет, я хочу быть преданным." Just imagine if that was your service. Представьте, если бы это было вашим служением. It wouldn't be such a blissful service. Это не было столь бы блаженным. But that's Maya Devi's service. Но это служение Майя Деви. And she keeps testing and pushing. What do you really want? Until you come to the perfect stage. И она все время тестирует, чего же вы в действительности хотите до тех пор, пока вы не достигнете совершенства. And Prabhupada explains that when you do come to that perfect stage and you leave Maya behind, Maya comes and offers her obeisances. И Прабхупада описывает, что когда вы достигаете совершенства, то тогда Майя Деви приходит и предлагает свои поклоны. You did it. You passed the test. Вы сделали это, вы прошли тест, испытание. At this point, I don't think we should ask Maya, "Have I passed the test yet?" И мы не должны спрашивать у Майи, прошли ли мы тест. Anyway, she'll just say, "Not yet." Она просто скажет: "Нет еще." Anyway, yeah. So King Paranjan, he was a good man. Итак, царь Паранджана был хорошим человеком. He was not just some like this guy in the street here, just some useless drunkard who doesn't know what is going on. И он не был таким, как этот бесполезный алкоголик. The other day, couple of days ago, there was a couple at 5 o'clock in the morning. A man, he must have been 50 or something, and a younger woman, maybe she was 25 or I think not more than 30. It was 5 o'clock in the morning. And they were people who live in the street. They were here. They were just walking up and down here. И как-то раз утром здесь проходили мимо такая молодая пара. Нет, не молодая пара. Пара, ему было где-то 50, а ей было за 30. Или меньше. Или меньше, да. And they were бездомные, да. Pictures of Uttaram. They're staggering around in the street here in front of the temple. И они здесь по улице вдоль храма в 5 утра бродили. Holding each other's hands. Держали друг друга за руки. And the man, it seemed like he had had some sort of mild stroke before. Mild stroke.
like an insult. И мужчина выглядел так, что как будто у него был такой приступ инсульта или что-то вроде того. Right side, he couldn't walk properly. It was not functioning properly. И правая часть была парализована, плохо двигалась. But this younger woman, young enough to be his daughter, is holding his hand like, this is my boyfriend. He's a nice guy. И эта женщина, что была помоложе, она держала его за руку так, она ему даже в дочери годилась, но держала его так, что как это мой парень. And again, you know, I was thinking, what does the material world do to people? И я подумал о том, ну что же материальный мир делает такого с людьми-то? So Paranjan, he was a good man. He was not some useless fellow. He was trained, he was qualified, he was intelligent, but still this happened to him. Итак, Паранджана – это не какой-то бесполезный парень, а он был образованный, с качествами мужчины, с которым это все-таки произошло. Yeah. So, what to do? И что же делать? It could happen to any of us. Поэтому это могло произойти с любым из нас. Простите меня, пожалуйста, но это правда. It could actually happen to any of us if we are not careful enough. Простите меня, но это могло произойти с любым из нас, если мы не будем достаточно осторожными. So what to do? What should we do about it? Что же мы должны делать с этим? Prabhupada quotes part of Srimad Bhagavatam 5.5.2 here in the purport. И Шрила Прабхупада цитирует Шримад Бхагаватам 5.5.2. Mahatsevam dwaram ahur vimuktes. If one associates with mahatmas or devotees, his path of liberation, or literally the verse says, the door of liberation is opened. И тот, кто общается с махатмами, преданными Господа, для них открывается путь к освобождению. Put, yeah, или dwar. Door, yes. Yeah. Dwaram means door, actually. Двери. So anyway, it's the same thing, yeah. So we have that opportunity. Поэтому у нас есть эта возможность. And, you know, you're all basically, at least those of you who I know, you're very nice devotees. И все вы, как минимум те, кого я знаю, очень прекрасные преданные. But I've seen some very nice devotees become not very nice. Я видел также преданных, которые были очень прекрасными преданными, но становятся не особо прекрасными. Oh, Hare Krishna, yeah. So, я помолюсь Кришне, он поможет. Okay? And but you must also try your best. Я, конечно, помолюсь Кришне, но вы должны стараться тоже изо всех сил. You know, in the well, the month of Damodar is coming up after a while. Month? И через пару месяцев месяц Дамодара наступает. Right. And Mother Yashoda was trying to tie Krishna. И матушка Ишода пыталась связать Кришну. You all know that story very well. Вы все знаете хорошо эту историю. But every time the rope was two fingers too short. Но каждый раз веревки не хватало ровно на два пальца. Until her mood of devotion just overflowed. До тех пор, пока ее умонастроение преданное, оно не стало большим. Огромным. And then it just overpowered Krishna. И тогда это превозмогло Кришну. And then there was enough rope. И тогда веревки стало достаточно. And then even if she had that much rope, you know, a few centimeters, it would have been enough. Если бы у нее хватило вот буквально этих пару сантиметров, этого было бы достаточно. So you're probably aware. Those two fingers, they represent two very specific things. И вы наверняка помните, что эти два пальца, расстояние в два пальца, описывают две вещи важные. This is explained by the great commentator Sridhar Swami. И Шридхар Свами в комментариях описывает это. So one finger represents
the effort of the devotee. Один палец описывает усилия преданного. And second finger represents the mercy of Krishna. А второй палец представляет милость Кришны. I don't know about your fingers, but look at my fingers. Посмотрите на мои пальцы. One is bigger than the other. Один больше другого. Which one do you think is the bigger one? Of our effort. Какой больше? I think it's the mercy of Krishna. Мне кажется, что это милость Кришны. It's the main thing, actually. И в этом вся суть. But you got to make your effort too. Но вы должны приложить усилия обязательно. Not like Krishna. You want the world to become Krishna conscious? Great idea. А не так, что Кришна, ты хочешь, чтобы мир стал осознающим Кришну? Хорошая идея. Давай, Кришна, go for it. Давай, Кришна, сделай это. When the world is Krishna conscious, wake me up, and everything will be fine. И когда весь мир будет осознающий Кришну, просто разбуди меня, и все будет здорово. Hare Bol. No, we got to make our effort, even though the main thing is always Krishna's mercy. Поэтому мы всегда должны прилагать усилия, несмотря на то, что основной вещью является милость Кришны. And we don't want any Puranjans or Puranjanis. И нам не нужны ни Puranjana, ни Puranjani. Just devotees going back to Godhead. Только преданные, возвращающиеся обратно домой к Богу. Hare Krishna. Any comment or question? Есть ли какие-нибудь комментарии или вопросы? There is one. Oh, sorry. Oops. Я могу ошибаться, если что поправить. Шрила Прабхупада как-то сказал, что в отличие от своих учеников, то есть я боюсь Майи, а вы не боитесь ее. И вопрос такой, в чем вот эта боязнь Майи, она как она выражается у преданного? How to become afraid of Maya? Is it? Yes. Or is it important to? Yes. Is that the idea? Yes. Once Srila Prabhupada said, yes. So his point is how it's, what's the symptom? Oh, what does it mean? Or? Yes, if for the devotee of being afraid of Maya. Okay. So yeah, you know, the basic idea is we need realization of the power of two things. One, the power of Maya. Second thing, our own propensity towards weakness. И нам нужно понимать две вещи. Первое – это сила Майи, и второе – это наша предрасположенность к нашим слабостям. Yeah. In material life, people often try to have self-confidence. И в материальном мире люди пытаются быть самоуверенными. And if someone is sort of, you know, a quiet person, a frightened person, they're not respected. И если в свою очередь люди, они более тихие такие и мягкие, то их, как правило, не уважают. Well, мягкие. Soft. Yeah, but they're sort of like timid. You understand? Timid? Timid. Frightened. Они как будто испуганы слегка. Yeah. Can't speak to people very easily. Не могут легко заговорить с людьми. Got to have a few drinks. Then they can speak to people. Немножечко нужно накатить, чтобы разговориться. Is that what he said? Okay. Yeah. But someone who's strong and a tough guy, and you know, I can deal with life and people, then everyone thinks, oh, крутой человек. Если это такой грубый парень, который знает, как в этой жизни разруливать дела, то вообще его уважают. Он успешный человек. Он успешный человек. So, that tendency hangs over in Krishna consciousness too.
И эта тенденция, она в сознании Кришны тоже продолжается. Yeah, at least to some degree. В какой-то степени. That we have sort of like excessive confidence in ourselves. Что у нас может быть излишняя самоуверенность. But actually, we are not so strong. We have many problems. И в действительности мы не настолько сильны, у нас много проблем. And we need to recognize this, that actually my position is not really so good. И мы должны распознать это и понять, что мое истинное положение не настолько хорошо. And Maya is so, you know, sort of, how's this, tenacious. No. She sticks at it. She never gives up. А Майя, в свою очередь, никогда не сдается. Oh, yeah. She keeps pushing her. Она настойчива. You want to enjoy. Хочешь же наслаждаться. Here's something you could enjoy. Посмотри, чем ты можешь you наслаждаться. Want it. Ты же хочешь этого. This is Maya's game. Такова игра Майи. And our minds, sometimes they're going for that. И иногда наш ум и идет в этом направлении. So we need more realization, clarity on our position and what Maya is and what the material world is. И нам нужно более четкое видение, ясности в том, каковы наши слабости и в каком направлении двигается мир. And then we'll feel very strongly I need shelter. И тогда мы почувствуем очень четко о том, что нам нужно прибежище. Yeah, right. I need shelter. If I don't get shelter, it's going to be very difficult. It could be too difficult. Если я не получу прибежище, то это может быть очень тяжело. Слишком тяжело. Yeah. And so this is like being afraid of fall of falling down, afraid of Maya. Это и это выражается в боязни Майи, в боязни падения. Yeah, it's very healthy. Prabhupada actually said, it is very healthy to have some fear of Maya. И это очень здоровый признак того, чтобы иметь в какой-то степени страх по отношению к Майе. Is that okay? Yes, Prabhu. It's online working. Oh, okay. Кто был? По-русски. Okay. Кто? Кто-то? Линда. Oh, Linda. Hare Krishna, Linda. Okay. Вопрос есть, если мы будем читать джапу, читать книги, делать садхану, Майя не будет нас трогать? И что самое важное из этих? Было. Будет. Майя будет меньше. Конечно, если мы не читаем. Майя, anyway. Да. Но должен быть как качество. Качество должно быть. Качество должен быть. Воспевание. Чтение. Служение, общение. Так далее. You know, if there's a real quality there that we chant attentively, we read, we study when we read, and when we associate, we try and do it in Krishna conscious ways. И самое главное, это должно быть качество. Мы должны воспевать с качеством, действительно внимательно это делать. Если мы читаем книги, то мы должны изучать их. Если мы общаемся, то наше общение должно быть в сознании Кришны. Right. Yeah, we don't just hang out together when we associate. Мы не просто болтаем и хорошо проводим время. Yeah. And when we do service, that we're really meditating, we are concerned how to please Krishna, how to please the spiritual master. И когда мы совершаем служение, мы убеждены в том и помним о том, как же нужно нам действительно удовлетворить духовного учителя.
Right. Then we're really going deeper into Krishna consciousness, and then we'll be protected a lot more from Maya than if we're sort of just, you know, casual about it. И таким образом мы больше погружаемся в сознание Кришны и больше будем защищены от Майи, чем если мы просто поверхностно все делаем и воспринимаем. Am I answering the question? Oh, okay. Okay. Очень много мы читаем в Писании, там говорится, если будешь омываться в Ганге, все грехи уйдет. Да. Мы с утра обходим Ямникани Чапапани, обходим Туласы, там убийство Брахмана и прощается. Я надеюсь, что вы не убили Брахмана. Okay. Yeah, it's all true. The Vedas do not lie. И все это правда, Веды не врут. Yeah, it's a fact. But unfortunately, we've done these things many times. Но, к сожалению, все эти вещи мы сделали множество раз. Well, that's one thing, yeah. We've done these things many times, and we just have that tendency to relapse. И у нас есть эта тенденция к повторению. To do it again. Okay. Повторение. You know, like when you're sick, sometimes when you're sick, if you're very sick, then you're getting better, but then it gets bad again. Иногда, когда вы заболели, и вроде вам потом становится легче, и потом вы опять заболеваете тем же самым. So we have that tendency just to go back to the same old things. И также у нас есть эта тенденция возвращаться обратно к старым вещам. So, what was the point again? The point was, like if we're going around. Okay, okay. Yeah, there's another point. So that's one point that это один момент. Yeah, we have these tendencies. Что у нас есть тенденция? There's another point is that even though these things are true, but Krishna wants to see that we actually develop the desire and really develop the desire and then completely develop the desire to be devotees. И хоть это и правда касаемо того, когда мы обходим Туласи, но Кришна в действительности хочет видеть наше искреннее желание, которое развивается. Yeah. If you think, okay, you know, I want to get free from all my sinful reactions, let me walk around Tulsi one time. Я хочу избавиться от своих грехов. Дай-ка я обойду вокруг Туласи разочек. Haribo. Совершенство жизни. Still so many things, I mean, in our own consciousness, so many desires and tendencies are remaining. Но в нашем сознании все равно так много тенденций и желаний остается. So Krishna's pushing us, come on, you become a better person. You actually qualify yourself. И Кришна говорит: давай, ты квалифицированная личность, ты можешь стать лучше. И да, он говорит, но he pushes us. What's он подталкивает нас. Uh-huh. Yeah. So it's his mercy. Это так его милость проявляется. Вишванатх Чакравати Тхакур talks about this in Madhurya Kadambini. Вишванатх Чакравати Тхакур говорит об этом Мадхури Кадамбине. That sometimes when a devotee appears to have anathas, they may not be anathas. И иногда для преданного, когда ему кажется, что у него есть анартхи, их на самом деле может и не быть. But it may just be Krishna is pushing these ideas on the consciousness. И это в действительности может сам Кришна подталкивать эти идеи в наше сознание. To really stimulate us to reject those things. Что должно стимулировать нас отказаться от этих вещей. Just testing and testing. Тестирует нас таким образом, проверяет. Hare Krishna, Linda. Well, wait a minute. No, you should have known. Hare Bol.
What was the point? Okay. So if we don't have a full realization that I'm spirit, soul, and everyone is also, talks with the opposite sex is unavoidable, so how to act in this situation? We don't have that full realization yet, and we have that association. We должны продолжать. Мы должны продолжать. Это путь садхана бхакти. Это путь садхана бхакти. Problems are there. We must continue. Проблемы хоть и есть там, остаются еще у нас, но мы должны продолжать. Yeah. But if we try our best to continue nicely, we get mercy. И если мы продолжаем двигаться дальше, то мы получаем милость. And even though there are problems, but still we feel, yes, this is the right thing. It is very nice. I want to continue. Но если мы думаем, что это прекрасная вещь, и мы должны продолжать, то все будет происходить. Am I answering the question? It depends how you look at this. Wow. Because if I am not realized soul, yeah, and have this association with women, should I take some precautions? Is that the point? Maybe. Is it? Oh, maybe. Yeah. Okay. Yeah, well, of course, we should be, if you're talking about associating with the opposite sex, then we should be careful. Associating with materialistic people, we should be careful. Associating with anyone, we should be careful. И общаясь с противоположным полом или общаясь с какими-либо материалистами, вообще с кем-либо общаясь, мы всегда должны быть осторожны. Yeah, associating with any devotees, we have to be careful not to commit offenses. Так, например, общаясь с преданными, мы должны быть осторожны, чтобы не совершить оскорбления. Associating with the opposite sex, don't get into sort of socializing. А общаясь с противоположным полом, не нужно вовлекаться в простую болтовню. But you know, if there's some need to talk about some thing for devotional service, well, you have to do that nicely. И поэтому, если есть потребность в том, чтобы говорить о чем-то касаемого преданного служения, нет проблем, нужно прекрасно общаться. Associating with the materialists when you're distributing books. А общаясь с материалистами, когда вы распространяете книги. We're not there to accept their association and hear from them their ideas about life and everything. Мы там находимся не для того, чтобы получить их общение и узнать их представление о жизни. We have to give them our association. Мы должны дать им свое общение. So yeah, I mean, if you're talking about associating, then it's sort of association is kind of a scientific subject. И если мы говорим об общении, то само по себе общение – это научная вещь. Associating with seniors, equals, juniors. Так, к примеру, общение со старшими, равными или младшими. The opposite sex. Противоположным полом. Authorities. Авторитетами. Non-devotees. Непреданными. It's a whole. The deities. Божества. The holy names. Святое имя. It's all part of association. Это все является частью общения. Am I addressing your point? Это отвечает на ваш вопрос? Yeah? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Yeah. His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj ki. Jai. Yeah. Oh, maybe I could just mention one thing, just totally unrelated. Могу я сказать кое о чем, что совсем не связано? I've been here now. This will be the 8th day. Сегодня как восьмой день, как я здесь. It's the longest time I've ever been in
Latvia. Это самое длительное время, когда я был пробивал в Латвии. I first came in 93. А первый раз я приехал в 93-м. Да. Anyway, Hare Krishna, спасибо за общение, служение и так далее. Thank you for the nice prasadam and to those who gave donations, thank you and just Hare Krishna. Увидимся. Большое спасибо всем за пожертвования и за служение. И увидимся в следующий раз или на фестивале, если вы будете там. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribo. Haribo. Okay, prasad. Подложи, ты команды же.